Максим, скажи, зачем ты приехал на аэродром? Летать? Летать. Ты хочешь полетать на планере? Очень? Очень. А хочешь облако потрогать рукой? Да? Ну вылезай, мы приехали, Макс. Приехали. Да. Давай готовь планер. Поехали, тыдыщ, скажи, тыдыщ. 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 Ой, мама, и такое. Ой. Ой. Маша! Пап. Маша! Пап. Маша! Пап. Эх, Макс, а ну ты как? И как, папа, махал папе рукой? Снов волшебный хоровод взрослых в детство за руку ведет. Сны, где сказка живет среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, небес. Счастлив тот, в ком детство есть, детство наше давно прошло. Прошлой жизни букварь прочло. Лето, осень, зима. Давно прошло, прошлой жизни букварь прочло. Лето, осень, зима.
могу чуть убрать интерцепторы, чтобы подлететь поближе к своей посадке, потому что если мы здесь сейчас сядем, то долго будем потом планер толкать. Ну вот, я сейчас лечу на маленькой высоте над полосой, убрав полностью воздушные тормоза на одном закрылке. Лечу. Вот, выпускаю тормоза, чтобы распоряжать уже планер. И поскакали. Выскакиваю на полосу и проверяю, если у меня тормоза гидравлические. Есть. Это нужно сейчас увидеть и зачем, потому что настоящие планеристы, они боковичок-то, в общем-то, чувствуются. Ленивые люди. Потому что они любят, не любят пешком ходить. Они любят приезжать к собственному домику, подъезжать и сразу парковаться так, чтобы не надо было даже планер подкатывать, перекатывать. Макси, ну ты как? Да. Еще с папой полетишь? Да. А? Нет. Нет? Почему? Да. Да? Да. Это он так пугает, шутит. Планер зовут принцесса. О, молодец. Хорошая принцесса. Да. Хорошая? Понравилось тебе на ней летать? Полетишь еще? Увидела его. Реварь.